Всем привет! Нахожусь на дикой реке Южный Буг. Выехал половить сома. Также взял с собой кормачок и спиннинг. Попробуем половить и хищников. Сейчас заброшу кормачок и параллельно буду рыбачить на спиннинг. А ближе к вечеру в то место заброшу две удочки на сома. Это фидерное удилище, которое покупал с Алиэкспресса. Рыбачить буду на самодельную кашку. Катушка Касткинг. Служит уже 5-й год. Единственное, ручку сломал. Было дело, упал на велосипеде. И ничего, тут вставил две спицы, перемотал веревкой, заклеил. И служит до сих пор. Снасть у меня будет кормачок. На кормачке у меня два крючка, один на волосе, поп-ап, а второй простой. Поцеплю пуфа медового, и ореховые тоже есть. Хорошо пахнет кашка. Заброшу одну снасть на сома, посмотрим, будет ли мелочь объедать медведку или нет. Вчера накопали вот таких шустриков. Хорошая крупная медведка. Штук 10 есть. Так, один убежал. Ну, пока одну медведку насажу, посмотрим. Полет нормальный. Так, все. Теперь ждем поклевочку. А я побросаю пока на окушка. Заброшу вторую снасть на сома. Скользящий грузик, подводный поплавок и два крючка тут одиночных на красном ниппеле. Такая красота. Небольшой сомик клюнул. Совсем маленький. Вот такой. Ушел. На среднюю удочку поклевка. Дзыбало-дзыбало. Кончик шевелит. Сейчас будет тыдыш. Наверное, все-таки жало открыто. Сам пришел, понюхал и ушел. Или уже откусил хвостик у медведки. Проверю среднюю удочку. Ну да, пообкусывали попки у медведки, видно жало и все. В тот вечер больше поклевок сома не было. Как говорится, на рыбалку мы идем не за рыбой, а за удовольствием. А трофеи еще будут. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока.